стали искать, не требуя копий. На опушке леса дом был. Стучим в дверь. Открывая дверь, выходит мужчина. Мы узнали, что это католический священник. Он нас пустил в дом. Мы вошли в дом. Там была женщина. Потом мы выяснили, что это за женщина. Она учительница, польская учительница. Когда мы вошли в дом, они знали, прочитали, что там было вывешено на украинском и на немецком языке. Кто выдаст убежавшего еврея, получит килограмм соли. Соли? Да. Зачем соль? Ну, потому что важно. Соль – это было все равно как золото. Они взяли нас в шкаф, засунули. В это время полицейский пришел, но он, к нашему счастью, не стал искать, а просто спросил, есть ли у вас тут, вы прибежали ли евреи. Они не выдали нас, полицейский ушел, после этого они нам дали покушать, дали даже одежду и направление в лес, где мы можем найти еще других, которые убежали. И вот после этого мы с братом увидели огонь в лесу, и там мы встретили 8 человек.